стихах Пушкин. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, а мутным дне, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтелы, и ты печальная сидела, а нынче погляди в окно. Короче, ветер снег перемещает, который выпал недавно, вьюга. Но не беда, идем на работу. Сегодня у нас бетонных работ не будет. Будем работать внутри и готовить паровой аппарат в неделю. С праздником всех народного единства. Наши определенные задачи в семье, в обществе нас объединяют не только в России, но и во всем мире. Так что сегодня праздничное настроение, южное настроение. Ветер холодный пронизывает. Вот. А сегодня в ролике я снова покажу людей труда. Вчера ребята, бетонщики, фундамент подливали. Буровики фундамент под сваю заливали. Так что, вне зависимости от погоды, времени года, есть те, кто трудится всегда. Мы вместе с ними. Наверное, будут помехи в моем видео. Стараюсь говорить громче. Вот. Спасибо подписчикам за вопросы, за лайки, за свои эмоции. Позитивные эмоции всегда говорят о позитиве. Вот. Так что всем хорошего настроения. Побольше улыбки. Сегодня ролик будет покороче, потому что ветер очень сильный. Пожалуйста. Сила! Работяги Норильска!